Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В данный момент закрытое акционерное общество «Струнные технологии» занимается внедрением системы менеджмента качества ISO 9001. Для чего это нужно, нам расскажет человек, который лучше всего в этом разбирается, ведущий специалист по сертификации, метрологии и стандартизации Тельпова Наталья Вадимовна. Здравствуйте, Наталья. Насколько мне известно, ISO 9000 – это серия международных стандартов, процитирую, чтобы не ошибиться, описывающих требования к системе менеджмента качества организации предприятий, основанная на идеях и положениях теории всеобщего менеджмента качества. Для чего вообще нужна система менеджмента качества предприятия? Расскажите, пожалуйста. Система менеджмента качества необходима для того, чтобы целенаправленно управлять качеством на предприятии. Система менеджмента качества выполняет важные функции. С одной стороны, экономически эффективная система менеджмента качества позволяет снижать затраты, связанные с некачественным каким-то выпуском продукции. С другой стороны, предприятие с хорошим имиджем обладает кредитом доверия у потребителя. А скажите, это необходимо делать? Зачем этим занимается? Кто-то требует или это наша добрая воля? Что это вдруг ни с того ни с сего мы начали этим заниматься? Внедрение системы менеджмента качества является добровольным разработкой системы. Скажите, пожалуйста, Наталья, а насколько сложен сам процесс внедрения системы менеджмента качества? Внедрение системы менеджмента качества представляет собой комплекс работ, который затрагивает различные аспекты деятельности организации и ее подсистем. Подсистемы стратегического управления, управление документацией, управление персоналом. Соответственно, внедрение системы менеджмента качества является длительным и трудоемким процессом. Да. И решение этой задачи, как правило, выполняется в несколько этапов. На первом этапе мы проводим анализ действующей системы организации, обучаем сотрудникам. Далее разрабатываем документированные процедуры и с небольшой корректировкой работы сотрудников, что влечет за собой. Ну и на последующем этапе это проводятся внутренние аудиты системы менеджмента качества, ну и при необходимости получение сертификата. Спасибо большое. Подскажите, а на что распространяется система менеджмента качества в нашей организации? На нашем предприятии система менеджмента качества разработана на проектирование разделов проектной документации зданий и сооружений, систем автоматизации и электроснабжения, а также проектирование составных частей элементов объектов транспортного назначения. Спасибо большое. Я вижу, что действительно работа предстоит большая, и сам процесс внедрения очень сложен. Хотелось бы узнать, а какая работа по внедрению системы менеджмента качества уже проведена нашей организацией, как я понимаю, лично вами? Да, позади у нас уже первый и второй этапы внедрения системы менеджмента качества. Значит, это обучение сотрудников, были проведены семинары, по результатам которых сотрудникам были вручены сертификаты. Далее, значит, разработаны уже документированные процедуры. Это политика в области качества, руководство по качеству, цели в области качества. Далее все документированные процедуры, касающиеся управления документацией, персонала, управления соответствующей продукцией, ну и так далее. Разработаны риски, разработаны карты процессов, записи разработаны, ну, документы, необходимые для менеджмента. Ну и впереди у нас остался последний этап, это проведение внутреннего аудита с дальнейшей сертификацией системы. Спасибо большое. И самый последний вопрос. Что это даст нашему предприятию? Каким образом это сделает его лучше, конкурентоспособнее, более приспособленным для выполнения поставленных задач? Вот в двух словах. Все верно. Систематический менеджмент качества будет способствовать непрерывному улучшению качества нашей продукции, будет повышать удовлетворенность потребителей и будет снижать потребности в затратах и повышать конкурентоспособность на рынке да, транспортных услуг. Да, все правильно. Ясно. Хорошо, спасибо большое за исчерпывающее интервью. Извините, что отняли ваше время. Трудитесь плодотворно и дальше. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube.
Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsvdefisystems.com. Присоединяйтесь к нашему проекту. И если качество вашей жизни оставляет желать лучшего, то под управлением ведущих специалистов нашей организации все будет в порядке. Строй Skyway, спасай планету.